Администрация Твери объяснила, почему не взималась плата за проезд в общественном транспорте. Напомним, с мая по ноябрь за некоторые поездки в общественном транспорте, оплаченные с помощью банковской карты, не списывались деньги. Когда пассажир прикладывал карту к валидатору бесконтактной оплаты, загоралась зеленая стрелка. Система одобряла поездку, но списания средств не было. Ошибку в работе автоматизированной системы оплаты обнаружила компания ТСТ, которая осуществляет обслуживание. Для того, чтобы пассажир не беспокоился за то, что он сегодня никуда не едет, а ему пришло списание. Для этого техническая служба Сбербанка и оператора, это ООО ТСТ, готовы к приему звонков. В ООО ТСТ к оператору можно обратиться по телефону 8-48-22-47-62-77. Мы ждем ваших звонков.